на стареньком крыльце сидит старик потрепанного вида, а на его морщинистом лице застыла то ли грусть, то ли обида. На всех обиду носит этот дед, на старых, на соседей, на новых. Обижен он на тех, кого уж нет, и на живущих, близких и знакомых. Обижен он на братьев и сестер, что разбрелись давно уже по свету. Обиду эту носит с давних пор, до сих пор для них прощения нету. В душе его обидам счета нет, и каждую забудет он едва ли. Они копились в сердце с детских лет, ну а позднее пышно расцветали. Седьмой десяток лет старик живет, а правильнее будет, доживает. Обида сердца дедова грызет, вернее не грызет, а догрызает. И белой вороной средь людей сидит он на крылечке одиноко. Семьи нет у него и нет друзей, и оттого страдает он жестоко. И до сих пор не может он понять, что все его тревоги и мучения лишь от того, что не умел прощать, как не умел и сам просить прощения. Виталий Аксенов. К его стихотворению добавляет два куплета. Все от того, что не познал Христа, в компартии когда-то надсаждался. В системе той был винтик и верстак. Теперь в корыте маленьком одна большая жалость. Перекрестившись, сделай первый шаг к жене и прочим, с кем не сосчитался. И верь, бессилен дьявол помешать, хотя, как видится, принял тебя с измальства. 11 мая 2005 года.